актуальны мікрафон аналітычная программаа уступілі у сілу змянений дапаўнення у закон об аб абароне правы спажыўцоў якія ж новыя правы атрымалі наши спажыўцы і як імі карыстацца про гэта мы гутарам з госці актуальна мікрафона старшэння беларускае таварыства обороны з спажыўцоў Ганной сушай Анна возьмерна здравствуйте в канца года вступілі Изменения в закон об о защите прав потребителей. Давайте расскажем все-таки, что самое главное в нем и насколько наши потребители теперь более защищены законом. Всякое, в общем-то, внесение в любой нормативный или законодательный акт ну, это шаг вперед все-таки, потому что жизнь, практика подсказывает, что вот какие-то необходимые изменения, я несколько чуть издалека начинаю. И, по сути дела, принятие изменений и дополнений в закон о защите прав потребителей – это приведение соответствия с законодательными актами, и в частности, закон о защите прав потребителей и других, Стран, например, страны СНГ, ЕАЭК, и поэтому вот такие изменения и дополнения. Ну и сама жизнь, когда уже складывалась практика, с одной стороны, она может быть и негативная, но с другой стороны, вполне нормальная практика, это необходимо было внести в закон о защите прав потребителей. То есть посмотрели, например, что у соседей есть хорошая норма, она работает, защищает права, почему бы ее не да. использовать в нашем законодательстве? Но, по крайней мере, это лучшую практику, потому что, например, закон Российской Федерации о защите прав потребителей, он немножко пошел по тому пути, что много отсылочных статей, и это не не всегда хорошо. Давайте перечислим Это... некоторые моменты. Ну вот в частности у нас очень развиты безналичные платежи. А, Причем мы здесь, ну, наверное, вперед ушли многих стран, потому что кое-где... Люди до сих пор пользуются практически в основном наличными деньгами. У нас привыкли рассчитываться карточками. И оказалось, что продавец мог выставлять разную сумму, да, в зависимости от того, платишь ты наличным деньгами или безналичным да, путем. картой. По крайней мере, закон о защите прав потребителей сейчас предусматривает, что никаких ограничений, никаких разных сумм потребитель не может может платить, и продавец не обязан с него требовать такие разные суммы. Вот в процессе подготовки этих изменений и дополнений я хочу коснуться того, что Белорусское общество защиты потребителей тоже подавала свои предложения и меня очень радует, что сейчас о сложно техническом потребительском товаре должна быть информация о классе энергоэффективности, то есть как он замаркирован. И вот по крайней мере вот это дополнение как раз очень хорошо вошло и замечаний по крайней мере с теми органами, с которыми согласовывался закон о защите прав потребителей, возражений не было. Спасибо, что предложили такую норму, потому что действительно эксплуатация такой техники бытовой, она обходится дороже, если э, он потребляет низ, больше электричества. Да, да. И еще, меня очень радует, там появился в статье 12 пункт 5, что если товар представляет опасность для жизни и здоровья, то такой товар э, можно и нужно от потребителей отзывать. Э, по крайней мере, наше общественное наблюдение уже выявило, что да, присутствуют такие товары. Это э, вплоть до того, что сэндвичницы, там электропаяльники. Мы закупали такие товары и передавали на испытание в аккредитацию лабораторию, они представляют опасность для жизни и здоровья. Кофемолки. И сейчас вот мы обратились в Госстандарт с таким предложением, э, вот начать механизм отзыва опасной продукции э, от потребителей, потому что э, Поставщику месяцев. их э, уже возвращают и принимаются такие документы. То есть это те э, э, товары, которые уже могли быть в использовании, да? Их можно да, вернуть? которые потребитель купил, это они как, в использовании. Это как ситуация с автомобилями, это, да? Это да. Но вы сами спросили, что... Ну, это хороший такой опыт, хорошая практика за рубежом, но пока у нас не было отзыва таких от потребителей автомобилей. А, вы... а вот что касается маркировки по классу энергосбережения, то где найти эту информацию? Она должна быть на упаковке. А не на... Либо там, где ценник размещается, вот там же информация. Это непосредственно на видном месте на товаре должна быть размещена информация о энергоэффективности данного товара. И теперь вот любой такой товар, он должен снабжаться такой маркировкой, то есть норма действует, Значит, уже можно такую информацию требовать. Да, такую информацию требовать. И такое требование с 1 июля 2018 года оно уже действует. Вот что касается нового законодательства, есть еще кое-какие изменения. Они касаются и бесплатного гарантийного ремонта, и возврата mm -hmm. качественных товаров. Здесь, ну, в принципе, тоже, наверное, mm -hmm. были ситуации спорные, и вот теперь такие моменты будут трактоваться. Но в чью по пользу? крайней мере, вот возврат тех товаров качественных, которые не были в использовании в 14-дневный срок, это уже ну, продолжающаяся такая практика, продолжающаяся норма. И сейчас это действует, если товар не был в использовании и не внесен в перечень товаров, которые нельзя возвратить или обменять в 14-дневный срок. Может быть, поясним, все-таки надо хранить упаковку, не надо ее хранить, и, 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 и сколько ее нужно сохранять, чтобы вернуть товар по крайней мере, для тех качественных непродовольственных товаров, которые вдруг вам не подойдут упаковку, вы обязаны. А вот для тех некачественных товаров, которые могут возникнуть, такие случаи, для возврата расторжения договора, то такую упаковку хранить не обязательно. Представьте, все-таки мы общество потребления, мы приобретаем товары и где же мы будем складировать упаковку другое дело ее э, ну утилизировать сдавать есть же э, специальные контейнеры и так далее для бумажной упаковки и для другой это другой вопрос вот у нас э, вот. как-то навели порядок с различными играми то есть, если торговая сеть, например, что-то разыгрывает, то это должно быть все задокументировано, официально, чтобы у людей даже не было сомнения в честности этой игры. Но кроме розыгрыша есть еще и различные подарочные сертификаты, купоны. Сегодня появились всякие бонусные карты. Как закон все это регулирует и что здесь отразилось? Здесь о мерах по реализации закона о защите прав потребителей принято специальное постановление Совета Министров, где ну, почти на двух Трех страницах как раз прописаны все нормы и правила. Вот по подарочному сертификату. Но хочу сказать: что там есть такой специальный пункт 6, по которому остатки. Если там не реализован в полной мере этот подарочный сертификат, какие-то остатки денег, потребитель их получить не может. То есть сертификат на 10 рублей, а покупка на 5 рублей, да. соответственно, остальные пропадут. Остальные, да, до срока действия сертификата. Но меня очень обрадовало... Сегодня такое сообщение, что Верховный суд Российской Федерации э, признал одно из э, невозврат как раз вот остатка денег как незаконное обогащение одной из компаний. То есть вы считаете, правильнее было бы, если бы каждый потребитель, имея такой сертификат, мог полностью его использовать? Значит, борьба Товарным не, значит, борьба или не закончена, и вы да, эту по норму, краю, может быть, будете да. отставить дальше? При обсуждении я тоже участвовала, представители участвовали также при обсуждение изменений и дополнений. И как раз вот это с торговыми сетями, ну, такой живой был разговор и такой, ну, конкретный разговор, потому что торговые сети как раз не соглашались вот возвращать остатки денег, которые по сертификату, ну, в частности, я, что, а почему бы нет? Я понимаю, что вы защищаете потребитель, но это только одна сторона, а есть у нас и торговля. Это другая страна, есть бизнес, у них свои интересы, поэтому ну, невозможно включить в закон только те нормы, которые будут отстаивать права потребителей и противоречить интересу бизнеса. Да, поэтому, это, может, к сожалению, быть, не, это так... Может быть, не все предложения вошли, но, во всяком случае, может быть, у вас есть какие-то еще интересные идеи, которые можно было бы в дальнейшем включить в наше законодательство. Ну, вы знаете, есть очень интересные перечень товаров э, надлежащего э, качества э, непродовольственных который вот по сравнению с прошлым вариантом значительно расширился если там было 27 позиций сейчас стало 33 позиций но добавилась так называемая звездочка то есть если товар остался в упаковке, то возвратить его можно. Вот это один момент. Ну, вот, например, И, какой товар да, здесь? Даже, даже наушники сейчас можно возвратить, если они в, в упаковке. То есть герметичные э, упаковки, да. да, посмотрели, оценили. Э, раньше этого возвратить нельзя, но там э, проблема еще в том, что раньше нельзя было ламинат, обои возвращать в том количестве и качестве отличного от приобретенного. То есть, если ты приобрел 5 рулонов, ты и возвращаешь. Сейчас можно даже остаток вернуть но при условии, что этот один рулон он должен сохранить герметичную упаковку. Вот а вот вопрос. очень, кстати, полезная для многих э, норма, потому что действительно может кто-то берет запасную трубку обоев, может быть понадобится, а в итоге она не понадобилась. То есть теперь да, ее сейчас, можно вернуть в магазин. Сейчас как раз ее можно вернуть. Есть еще э, перечень э, таких товаров которые не предоставляются на, в момент э, длительного, допустим, ремонта какого-то товара. И вот, к сожалению, на, э, не предоставляется такой товар, допустим, э, плиты, э, и, которые необходимы человеку ну, для приготовления даже пищи. Вот это, к сожалению, такое э, было дополнено в перечень товаров. Но я так понимаю, что э, есть еще определенные э, идеи у общества потребителей, потому что ведь люди обращаются, вы их не э, сами эти нормы где-то там списываете из законодательства других стран, правильно? А это абсолютно реальные истории, э, не всегда, которые хорошо завершались, потому что люди пострадали, люди ищут защиты в судах, но если в законе это не прописано, то Конечно, не всегда такой да. суд можно выиграть. Решение такого судебного и не будет вынесено, если оно противоречит закону о защите прав потребителей. Кстати, другие. судов много по, по делам, связанных с покупкой товаров, возвратом, с ненадлежащим качеством. Я читал, что вот даже кто-то из покупателей подавал в суд из-за одного рубля, но дело шло на принцип. Не, ну вы знаете, очень часто такие возникают вопросы, ну, из одного рубля и даже товар, то есть не, не в чистом виде один там рубль или, или чисто денежном выражении. Но это сам потребитель оценил свою ситуацию. И уже тогда суд сам должен принимать решение. Да, действительно пострадал потребитель. Потому что разные же ситуации. Просто там товар, который стоит рубль. Или это связано с какими-то там еще и нравственными страданиями, моральными. К сожалению... Бывают ситуации, где потребитель должен а, а, после своей покупки очень долго расплачиваться. Я имею в виду, что на Прямые продажи, да, на доказание своей правоты уходит и время, и деньги, и а, в конечном итоге и здоровье. И а, почему так происходит? Вот, Прежде та чем схема, которую вы будем обсуждать вот эту ситуацию, я хочу уточнение все-таки исправиться, потому что я высказала некорректно, что плиту не предоставляют на период длительного ремонта, на устранение недостатков. Аналогичный товар. Это было просто сейчас посудомоечные, стиральные машины, духовые шкафы, телевизор в виде аппаратуры сейчас дополнено в этом перечне, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. А в отношении, да. И вы знаете, больше всего страдает социально уязвимая группа населения. Так он э, определил э, вот пожилых людей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, которые приглашают на всевозможные презентации, э, предлагают подушки, одеяла, кастрюли там пылесосы, массажные кресла, массажные накидки, и, ну, товара много. Вместе Я полагаю, тех... даже отбирают специально таких людей? <связывающих> нет, это прямой... На которых можно повлиять? <связывающих> прямой такой вот рассылкой, приглашением по телефону, и мне это одно... неоднократно поступали такие звонки. И нужно помнить, что одни товары вы можете вернуть в 14-дневный срок, обратившись, только письменно, Н никакие звонки, это друзьям, приятелям только можно звонить в адрес э, продавца для того, чтобы э, вернуть товар, который вам не подошел в 14-дневный срок. Другие сложно технически, там же сделана отметка дате продажи, вы вернуть не можете в 14-дневный срок. Что э, женщина, она, по-моему, из Витебска, которая вот сделала такую покупку аж на... Две с половиной, по-моему, тысячи рублей. Но это не предел. Вот буквально прислали из Могилева, отсканировали такой договор э, на 3400, 3400 рублей и растянуто э, срок оплаты там три года. Но представляете, сколько она э, эти люди заплатят через три года, да? Когда это, если это кредит? Процентами и так далее. Вы знаете, Национальный это Банк за, за Беларуси создал управление по защите прав потребителей финансовых услуг. И мы как раз вот переслали такие договоры для им, для анализа, поскольку даже не присутствует при заключении кредитного договора представитель того банка, откуда получены эти средства. Это какое-то вообще непонятное лицо. И поэтому вот сейчас как раз данное управление анализирует, проанализирует такие договоры. А потребителям, ну, просто не огорчаться. Например, такой случай, когда пригласили на презентацию, и был задан вопрос, а у кого есть мобильные телефоны? Ну, подняли руки люди, и был ответ, мы с вами не работаем. Так это просто счастье, потому что их не ввели, какие-то необоснованные затраты. А почему? Потому что люди, когда присутствуют на такой презентации, они же советуются mm -hmm. со, со своими родственниками. То есть, и, подождите, и они далее. фактически удалили из этого помещения людей с мобильными телефонами, mm -hmm. оставили, оставили тех, у кого телефонов нет. нет. И которые При... не защищенные, да. которые Полаг... никому за консультации не обратятся. Полагаю, что это вот те люди, которых легко уговорить, да, да. легче уговорить. Да. Но понятно, что если у человека даже мобильного телефона нету, то будут ли у него деньги на какое-то дорогое одеяло за несколько тысяч рублей? Кредит в рассрочку и так далее. И при небольшой пенсии просто, если человек не сможет обратиться в установленное время, если это одеяло подушки, то ничего ему не останется, как платить за эти вещи. Так вот, та история, которую я прочитал, оказывается, там вот человек... Даже не успел э, опомниться, и э, как вот эти две с половиной тысячи превратились в три. Потому что насчитали какую-то пеню и проценты. Пеню, проценты, да. И еще могут при заключении такого кредитного договора э, какую-то э, страховку заключать. Вы это обязательно. Что ну, делать в этом случае? Э, Можно э, ли это каким-то образом трактовать как нечестную торговую практику? Нет, здесь нельзя трактовать, что нечестная торговая практика. Людям предъявляют, это прямые продажи, людей приглашают, предлагают. Просто людям самим нужно очень здраво относиться и оценивать свои возможности. Но деньги-то большие, может быть, действительно в закон внести какую-то норму, что там больше 100 рублей, тогда вернуть можно через год, а не через две недели, а? ну, кто его знает, <laughs> это еще, если через год другие какие-то проценты, вы знаете. Мы очень живо летом обсуждали, это было в видеоконференции с ЕАЭК, такую ситуацию вот по социально уязвимым как раз потребителям, людям. И у меня вообще такое было ну, радикальное, но никогда не будет принято, что вот не заключать по месту этой презентации никакого договора купли-продажи, а просто, чтобы их приглашали людей, что вот где-то там, э, по другому То адресу, отдельно, завтра, да, отдельно, да? да, вот завтра, пожалуйста, приходите, получайте, заключим все документы. И пока человек выйдет с презентации, пока он... Даже час, если у него будет и, и не на следующий день, а сегодня, а через час, то он, конечно, передумает. Таких необдуманных поступков он не будет совершать. А вообще сколько есть времени на то, чтобы передумать? Ну, сосчитать до 10 хотя бы... Подождите, нет. Ну, если уже договор подписан? Если договор подписан, если этот... Товар, который не включен в перечень сложно э, э, непродовольственных, доброкачественных товаров. Если он не включен, у потребителей имеет право, равно как и в магазине, вернуть этот товар, который ему не подошел. Но ну, фактически, но тоже для этого есть срок, в который нужно дней. уложиться. И, и получается, его нельзя распаковывать, э, ним нельзя пользоваться. Нельзя пользоваться, товар не должен быть в использовании. Давайте, наверное, к вопросам слушателей перейдем. Их очень много. Спрашивают вот про трубку обоев. Ее сейчас можно вернуть, если она упакована. А спрашивают, а можно ли ее вернуть, если нет чека? Любые другие доказательства закон предусматривает. Доказательства да, с кем-то покупала, свидетели какие-то там. Даже если... Ярлык, даже ярлык может быть на рулоне обоев. И даже Фотография, если, допустим, в интернет-банкинге остался платеж, вот это, да? Можно ну, распечатку сделать, это возможно. Дальше слушатель наш спрашивает: заказал он очки, оплатил, но не забирал. В другом месте нашел их дешевле. Можно ли в первом в случае очки не забирать. Это не основание для расторжения договора. Прежде потребитель сам должен выбрать, где дешевле, где дороже, и потом только... Это не основание. То есть а, а очки вообще можно вернуть, если они не подошли? Ему же по индивидуальному заказу готовили. Они же не готовы. То есть не основание. Значит, обязательно да. нужно. Было у нас еще несколько вопросов по продуктам питания, по некачественным. Спрашивают, где их можно если что проверить. Например, в Минске есть городской Центр гигиены, эпидемиологии общественного здоровья есть э, республиканский центр на Казинца и есть научно-практический центр по продовольствию Национальной академии Беларуси. Это на козлова То есть, покупка... а вы слышали когда-нибудь о таких случаях, когда человек вот отравился, допустим, некачественным продуктом, отдал его на исследование а потом выиграл большую сумму? Э, в суде, потому что посчитал, что ему нанесен Ущерб. вред его здоровью ну, это, ну да, но ну, я по крайней мере таких случаев, ну я не знакома у нас, да, с такими да, случаями. Да, да. Прежде всего, если э, считает, что э, ну, отравился каким-то некачественным продуктом, обязательно медицинское заключение. Обязательно э, никуда там искать, а скорее э, за э, заключением в свое лечебное учреждение. По продуктам питания еще у нас был вопрос по рыбе. Почему учитывают, когда продают не просто вес рыбы, а вместе с замороженной водой? Вот спрашивают, что делать. Нет, это только это нарушение это, да? нарушение, это только нет, это чистый ледяная... Глазурь, она, она не, учитывается, не учитывается, не должна учитываться в да. стоимости. По крайней мере, очень хороший такой действенный аргумент. Designs, это книга замечаний и предложений. То есть туда нужно требовать, туда написать ]Sí, и все, запись, да. Esta? И потом homage, да. вам уже магазин объяснит, на каком основании да, он да. это делает. Дальше наши слушатели спрашивают: вот по бытовой технике купили миксер, а он нехорошо пахнет, когда эксплуатируется. Является вот этот, скажем так, вонь это, да, основанием вернуть товар. Прежде всего необходимо обратиться в магазин, в котором приобретали. И если возникнет спор, вот как раз Республиканский центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья ну, проведет такое исследование, возьмет забор ну, проб воздуха. Ну, уже, и тогда будет основание. Ходил в магазин, то есть там сказали, что проблемы не видят, значит дальше он должен идти в да, этот центр. Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья. Это Казинца, 50, по-моему. И если они установят, что там действительно есть проблема, что неприятный запах, например, от резины, от пластмассы, то тогда такой товар можно будет вернуть. Можно вернуть и потребовать. Дело в том, что за проведение экспертизы потребитель тоже же платит деньги. И другие понесенные расходы, включая и проведение экспертизы. То есть продавец, да, уже будут все эти. Да, расходы Но это же туда. не просто так чек принес и вот ну, конечно, понесите это... расходы, это мои оплатите. Это да. все через суд получается. Нет, нет, почему? Это очень, наши суды были бы очень загружены, если бы каждое такое вот нет. Если есть заключение, есть чек, как вы говорите, квитанция об оплате потребитель имеет право. Причем это тотчас немедленно производятся расчеты, но не более чем в семидневный срок. Но это платит продавец или это платит ä, производитель допустим. этого товара? Поставщик кто? В итоге на кого это ложится? Вот в ближком вот таком доступе это все-таки продавец. А потом пусть продавец требует с поставщика или производителя И своих регрессный иск понесенных своих расходов. Еще у нас был вопрос. Затрата. Купили кофемашинку машину в магазине, а потом магазин взял и закрылся. Возвращать куда товар? Производителю, поставщику, импортеру. То есть на коробке должно быть написано, кто да, поставщик, да, да, да э там должна быть информация. и смотреть и туда, возвращать. Про мобильные телефоны спрашивают, купили мобильный телефон, полгода поработал, э сломался, занесли в сервисный центр, после него тоже не работает. Можно ли вернуть такой мобильный телефон? Сейчас по истечении 30 дней только при наличии существенного недостатка, вот или невозможности отремонтировать. Поэтому разбираться с сервисным центром, ну то есть ремонтировать еще придется. Далее, Но только при наличии существенных недостатков. То есть а кто будет. должен это наличие существенных недостатков? Ну, Сервисный центр да, выписать, да, да, значит что неисправен. Дальше наша покупательница купила лопатку допустим переворачивать продукты, которые нажарит на сковороде, и при первом же соприкосновении со сковородой лопатка расплавилась, она захотела ее вернуть, но продавец ее не принимает и показывает, что сертификат на эту лопатку был выдан в России. Спрашивают, что делать? Ну у нас же действуют как раз признанные сертификаты, но это будет. То есть у нас российские сертификаты признаются, да? Вы знаете, это будет так называемое форс-мажорное обстоятельство, что ну с сколько могла, простите, лопаткой держать на сковородке. А может она просто некачественный материал? Ну тогда... Вот была аналогичная ситуация, описывают, крышка для микроволновой печки. Она специально должна выдерживать, она да. для этого. Но она расплавилась при первом использовании, значит некачественно как-то она ну, пожалуйста, была... Пожалуйста, это произведена. тоже через проведение и ещё, экспертизы. Еще, пожалуйста, уточните, мы говорили про упаковку когда ее надо хранить, когда не надо. Вот э, спрашивают, для гарантийного ремонта, если он понадобится, нужно ли эту упаковку предоставлять хранить? Нет. Для гарантий нет. Упаковку хранить для тех товаров, которые можно возвратить в 14-дневный срок. Это товары, которые не включены в перечень доброкачественных, непродовольственных товаров. И давайте, наверное, последний вопрос ответим по посудомоечной машине. Купили посудомоечную машину, а у нее расход воды оказался больше, чем рассчитывали покупатели. Можно является ли это основанием для возврата? Через проведение экспертизы также. пасіба Артуальны мікрафон За завершаны ў нашай студыі сёння была старшыня беларуская таварыства оборононы спажыўцоў Ганна суша вялі праграму. Ольга Ссямашка я Дмітрый Рбаны да новай сустрэчы актуальны мікрафон.